Вениамин Кондратьев отметил, что в регионе есть большой опыт использования олимпийского наследия. Спортивные объекты, построенные и реконструированные к Мундиалю, продолжат функционировать. Так, тренировочные площадки в Геленджике и Анапе еще на этапе строительства было решено передать воспитанникам детских спортивных школ. Уверен, сам факт того, что они занимаются там, где тренировались звезды мирового футбола, будет заряжать ребят на новые победы. Что касается стадиона «Фиш», то он сам по себе уже, конечно, стал легендой. Олимпийские игры, Кубок конфедерации, чемпионат мира. История современной России и Краснодарского края создавалась именно здесь. Сейчас идут переговоры о базировании на стадионе «Фиш» футбольной команды. Напомню, Сочинская арена приняла 6 матчей Мундиаля. Первоклассную организацию игр отметили российские и иностранные болельщики и представители ФИФА.